Детектив Грейсон. Вы мистер Адамсон? Доктор Адамсон. Есть будете, я как раз тряпаю. Вы же не вегетарианец, нет? Я предпочитаю животные протеины. Кто вы такие и чего хотите от Рэйчел? Я бы с великой радостью провел с вами длинную беседу о Рэйчел Рот, детектив. Но боюсь, мы не успеем. Вы нашли меня. Я был раскрыт. Организация пришлет за нами убийц. У нас одна минута. Если не уйдем прямо сейчас. Или можем распить последний бокал шампанского. Никто не знает, что я здесь. Я знаю. Пожилая дама внизу знает. Они повсюду. Ваша организация работает на отца Рэйчел? Он до сих пор ее ищет? Можно так сказать. Да. Ну вот, мои блинчики горят. Если не ответите на мой вопрос, сгорит ваше лицо. Простите, детектив, но нам обоим осталось жить примерно 10 секунд. Что вам нужно от Рэйчел? Люблю хорошее шампанское. Отвечайте на вопрос. 5, 4, 3... Все, вы идете со мной. Одна. Дик Грейсон воплоти. Наслышан, бро. Я новый Робин. Шеф, музычку? Gonna give it to you. What? Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause yeah. I